Есть на земле такое место — Северный полюс. Там не растут цветы, и люди не выгуливают во дворах своих домашних любимцев. Но зато на Северном полюсе живет тот, кого все любят и ждут. Дед Мороз. 12 месяцев подряд сидит он у себя в избушке и мастерит затейливые игрушки, которые затем дарит детям. Правда, со временем дети подрастают и перестают верить в Деда Мороза. Но зато у них появляются свои дети, и они так же, как когда-то их папы и мамы бегут к новогодней елочке, чтобы посмотреть, что же на этот раз принес им в подарок Дед Мороз. И до недавнего времени не было еще случая,